Всем доброго времени суток, с вами снова Спайдер Стефан. И вот перед тем, чтобы начать данную серию по Dream League Soccer, я бы хотел вам показать гол, который я забыл вне записи, потому что я должен выигрывать матч, чтобы начать хороший ролик. Ну вот так вот, смотрите сами, без моих комментариев. Ну, вот это вот вообще законно, как вы думаете? Забил это правый полузащитник. Я просто молчу. Это лучший гол, что забивал. Так вот, сейчас мы проникнем в суть и четвертый тур Кубка Мирового Европа. Вот так и сразу, ребят. Ну, у них ворота какой-то бич, что потом будет стоять, потому что Дехея стоит... У меня и выкупил, и в принципе мне нормально живет. Вот данный состав, в котором мы сейчас будем проводить матч. Добавочка в составчик. Ребята, Артем Косочкин. Я даже сделаю так. Да, он ЦПшник, он стоит на воротах, это все правильно. Потому что у него все статы 100, и даже... Вот смотрите, я вам пытаюсь прокачать что-нибудь. Артем Косочкин больше не получил. Ну, потому что прокачка, да, вот у него 100-100-100. Давайте попробуем. Вот Манчестер Юнайтед сразится. У них Ромеро стоит, ну я так и думаю, да. Про это у них Санчес, Лукаку, Мата. Ну ладно. Матч Эррера. Эррера с матчем должен поменяться, нет? Ну ладно. Ладно, погнали. Манчестер Юнайтед. Будет сложный матч. Синклэр. Мы видим. Не фартануло что-то мне. Блин, мелкие ворота. Ну, кстати, мелкие ворота тогда и забил ту самую баночку. Мавиди хорош. Вилфрид. Бонни забегает. А, нет, это... В смысле, это не Бонни? Ну, не получилось якобы забить нам. Это мелкий момент. Так, опасный момент. Ой, Погба. Погба, давай. Навес. Почему? Из каких пор у Манчестер Юнайтед такие маленькие ворота на поле? Так, Ромеро ничуть не хуже Дехеи стоит, как я вижу. Ну ладно. Что это было? Я легенький пас нажимал. Хорошо. Шедеврально, я бы сказал. Вилфрид. Бонни. Блин, Бонни. Не так. Я хотел, чтобы ты с другой стороны. А, кстати, Погба у меня в команде. Так что... Поэтому не контролер играет. Да? Потому что у меня Погба. И Фред. А, поэтому Фред. О, Погба. Поль, давай, Поля. Мечтай, Стёпа. Мечтать не время. Радуга забить, блин. Мавиди, успей. Я успею, сказал. А я не успею. Но пока 0-0 счёт. По ударам у нас преимущество 100%. Мавиди. Давай, Мавиди, пожалуйста, Мавиди.
Я ж не так сильно занимаюсь. Ну, максимум в перекладине, да, если удар не точный. Да, это я понимаю. Но чтобы, блин, вот так вот фигачить из-за всей... Фигачить из-за всей... Короче, выходит тяжелая артиллерия. Вот этот пацан, которого выпустил Найшмит, он забил ту самую баночку вначале. Нет, преимущество разыграно. Так, пожалуйста. РФ! В суде, блин, было. Мяч было. Но это было предсказуемо. Это кто? Это фраг? Или это фраг? А, это раз. А это кто? Хорош! Погба своих одноклубников бывших просто убивает. Роналдо? Давай, тяжелая артиллерия. Изражай свою. Да серьезно? Как можно так отскакивать? Понимаю, в прошлый раз. Так и... Ладно, понимаю, что это значит. Ты отскочил, но это ладно. Ну, чтоб вот так вот, блин, отскакивай. Ну, серьезно, какая здесь штанга? Ну, ладно, согласен. Если я сразу-таки забью, то это уже будет магия. Но, блин, вот это вот разве не магия? Нет. Мне кажется, Эльдихи одно, а вот Ромеро, который у них стоит, это вообще игрок, которого надо покупать в мой состав. Нет? Офсайд. Реф! Подскажите, какой офсайд? Прям очень хочется узнать. Где тут был офсайд? Ну вот, вот смотрите сами. Вот линия игрока и вот линия Роналду, вы понимаете? Вот даже если он здесь вот стоит, он уже на линии игрока. Какой здесь офсайд, Реф? Что-то я недопонимаю. Погба. Роналдо. Давай. 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 Наконец-таки. Вот так вот вам за то, что не даете походить к вашему батарею. Ну, я понимаю, Манчестер Юнайтед это команда, которая автобус Мауриньо. Но все же. Желтая карточка для Погбы. Косточкин! Я же говорю, этот ЦПшник умеет стоять на воротах. Я забыл то, что у меня Косточкин на воротах. Ушли отсюда. Роналдо, давай! На 90-й минуте забить один гол. Ты серьезно? Лукаку, что с комментатором только что случилось? Не-не-не-не-не. Какой свободный? Вели чуть-чуть сварил косточки. Да вы чё? У меня косточки на воротах. Вы чё пытаетесь что-то сделать ещё? Давай, Артёмушка. Давай покажем всем, что мы умеем.
Ой, господи, что мне нужно? Матч Арсенала. Это кубок Англии, не кубок Мирового, я так понимаю, да? Вот составчик, который сейчас будет тащить. Сейчас будет какой-то наш челлендж. Я сейчас попробую забить все мои косточки. Я понимаю, он цепешник, но я его, короче, на вратаря поставила. Я пытаюсь разыграть, у него статус 100. Я хоть на нападающего достаточно. Где сопи... Господи! Надо было им черную форму выбирать, третью. Может, их не видно просто. Я из мяча ориентируюсь. Давай, Артемушка. Кто это был? Кто этот навес удалялый сделал? Ага, фиг тебе. Мне этот розыгрыш не понравился. Давай лучше. Так, сейчас пас. Да блин, зачем ты выбиваешь Тёма? Тёма косточки, зачем? Я не знаю, как я буду пасовать сейчас на Артёма, но я как-нибудь это должен сделать. Нет! У меня Тёма на ворот. Наконец-то. Тёма получил мяч. Артём Косточкин идёт в атаку. Береги. Противник. Так. Да блин, какой здесь мяч, блин! Хо-хо-хо! Косточки, хорош, молодец. Хорош. Тёмушка, не сделай так. Не делай так. Да... Что происходит? Дубль 2. То есть уже дубль 3, да? Да. Так, Тёмушка перешёл линию. Всё, Тёмушку не остановить. Это Артём Косточ. Это Тёмушка. Тёма, я тебя люблю. Просто гений, Артём. Ха, очко. Погба хорош. Погба. Дебил. Хоть... Да. Суарзито, Рональдо. Это точно не Шмидт, который от перекладины в начале ролика забил? Или это Бич? Без ума. Концерты. Давайте выпустим, ребят. Ладно, я хочу распробовать Тёмушку в полузащите, поэтому давайте он выйдет. А, раз, два, три, есть. Тёмушка полузащите, короче, да? Дайте мне Тёмушку. Тёмушка и в полузащите можно забивать. Правда, что это такое, Тёмушка? Тёмушка! Я надеюсь, он после этой привычки руками не заиграет на поле. Так. Смотрим. В атаке Гронинген. Ну что-то я дыхи поставил, теперь боюсь. Мне спокойнее будет с косточками. Хорош, Джеймс.
Джеймс. Ха! Иди головой на дубль. Погнали, Мурой. Да серьезно, Найшни! Это точно ты, никто с тебя не свинился. Слушай, какая травма. Косточки, нарушение, хорош. Молодец. Ему главное даже карточки не показали за это всего. Угу, спасибо. Да блин, почему Погба? Я тебе 3 раза уже на удар нажал, и только сейчас реагировал, когда уже сейф. Погба. А, наконец-то ты выиграл борьбу. Мавиди. Ой-ой-ой-ой. Мне же показалось, мне на самом деле показалось, то, что уже вот, знаете, так, с таким звуком по перекладине висит. Но нет, Мавиди. Давай дубль 2. Не, ну, кстати, полетел он вначале неплохо. Полетел-то он вначале неплохо. Но это мой мяч, это. Так, давай, Бонни! Бонни! Как же так? Зачем? Для чего? Блин! Я кружил сегодня. Что это такое? Почему? Мы недалеко от красной карточки. Ага. Нет. Не удаляйте Тёмушку. Не удаляйте Тёмушку. Тёмушка молодец. Тёмушка игрок на все позиции. Мавиди. Там Бонни. Давай. Давай. Окей, я вспомнил. Ладно, ребят, если понравилось видео, то почему бы не подписаться на канал и поставить этому ролику лайк. А с вами был Спайдер Стефан. Всем удачи, всем пока.